Можно сюда залезть. Они вот тут лежат, вот, вот. А, ты нашел уже их? Вот они тут лежали. Там сейчас их будут отрезать, чтобы... Ее жарить надо? Да нет, она соленая, к пиву. Вот так есть? А? Так есть? Да, я сейчас не дам попробовать. Не надо. А что, вот попробуй. Ты же ел вот такую рыбу. Знаешь, у меня же голова закружилась. Думаю, ты проехал, значит, ты же провез тележку, оно не засвето, не зазвенело, правильно? Да. Ну вот. А если бы, как говорится, не этот, может, и там штрих-кода не было, или было? Не знаю вообще. Попалась вот такая, что... Начинает кипеть, да? Ну, она вот такая вот. Понятно. Солененькая. Ну, косточки надо вытаскивать из нее. Это под пивой называется рыба. Ну, съешь кусочек. Надо. Господи, ба! Ты сначала съешь кусочек. Вот, вот этот кусочек, на, он вроде бы без костей. На, держи, я сейчас буду есть. Ну, она хорошая. Ну, как? Да как-то так. Не очень, да? Да. А что ты тут эту кружку поставил? Или надо завтра таблетки не забыть взять. Еще сегодня выпить тоже. Пробуй. Сейчас попробую. А я кофе налью. Кофе? Кофе. Осталось тут чуть-чуть кофе. Да? А почему ты пить-то? Она же пакет выставила. С Алексеем ехать надо ему 1000 на бензин, да, давать. Алексей такой. Вот так. Если бы он сказал нет, а как тут раз он схватил 1000, это прямо в кошелек с колен набрал. Схватил? Угу. Ну я... Я говорю, вот вам на бензин, он прям так, из коревка уже кошелек вот так, пихает их. Другой бы, знаешь, сказал, ну... Сказал бы, сколько тут, а было все по 10 рублей, по 100 рублей деньги-то. Тут-тут-тук. Ну, такая ничего рыбка. Ну, мы на 700 рублей, это много взяли мы. Да. Много. Взяли и яиц взяли, овощей сколько набрали, и консервы взяли, и этот, как его, и хлеба взяли два. А я хотела такой рыбки, думаю, хоть посолиться немножко. Много-то не буду, потому что столь-то мне вредно для сердца, соленое нельзя, мне нужно вообще мало соли употреблять. Но у нас кончается, салфеток нету и нету этих соли. Соль надо купить.
Павлик с этой, с Ниной, ну, с которым я разговаривала, вот они там вот в Одноклассниках такой букет на это подарили от души. А там даже есть на фотостране, где он служил, как называется это, господи. Он на Камчатке служил. Он тогда к нам приехал, привез рыбы красные. Здоровую рыбину привез. Ага. Ну, он как бы в отпуск, что ли, приехал, я не знаю. Угощал нас. На 9 мая вроде бы. Ну, тогда фотоаппаратов не было, чтобы это зафоткать. Ну, ты куда поставил-то? Где снимаешь-то? Да никуда. Да вон. Там не видно, успокойся. Далеко стоит. Ну и как? Соленая? Где твой стаканчик, да? Или будешь чай пить? Я не знаю, немножко этой воды. Чай потом. Зараза какой. Не было за 12 рублей там. Не было, да. Разобрали все. Алкоголики. Да оно безалкогольное было. Я говорю, ну все равно разобрали алкоголики. Мать ушла, и сигарет нет. Ну ничего. Завтра восполнишь все. Дом только не сожгите. Тоже продать можно его еще. Только хабарики остались. А это вредные сигареты. Она такая солененькая, нормальная. Я думал, жарить ее надо. Нет, она соленая, как пиво. Как эти говорили. Да этот пил, как с бетоном ходили за пивом. К бочке брали пиво. Чего замагнелись? Это материна.